четверг в Самарской области пасмурно с прояснениями, осадки в виде дождя и снега. Еще чуть похолодает. Днем минус 1, плюс 2 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер усилится, северо-западный 5-7, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, небольшой снег, в светлое время суток 0 градусов, темное минус 2, северо-западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем нулевая температура, ночью минус 3, северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде сильного снега, днем плюс 1, ночью минус 4 градуса, западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.